Обеспечение безопасности на всех линиях транспортного узла курорта – главная задача Анапского линейного отдела, который теперь, по словам генерал-майора Владимира Струкова, в надежных руках. Новый руководитель Игорь Пленкин закончил Хабаровскую высшую школу милиции. Имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. Предыдущий руководитель смог организовать работу отдела на высоком уровне. Сейчас он ушел на заслуженный отдых. Задача нового начальника – не только удержать позиции, но и усилить. Специфика Анапы заключается в том, что здесь очень большое количество организованных детских групп, которые следуют к местам отдыха, детские здравницы. И сейчас еще дополнительная нагрузка – это паромная переправа Керчь-Порт-Кавказ, где также работает подразделение структурного входящего состава Анапского линейного отдела. Но вот с учетом этих обстоятельств, полагаю, что личный состав и курортный, и некурортный сезон выполнял уверенно все задачи, которые перед ним стояли. Полковник полиции Игорь Пленкин не раз был удостоен наград за высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Имеет медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. Занимал руководящие должности как в оперативных службах, так и в подразделениях штаба и охраны общественного порядка. Анапа достаточно стабильно на протяжении многих лет вносила в копилку работы транспортной полиции Кубани очень весомый вклад. И еще раз подчеркиваю, достойно. Никогда позади эшелона не находилась, всегда была на лидирующих позициях. Я думаю, мы сохраним эту тенденцию. Обещаний Игорь Сергеевич пока не дает. Он привык подтверждать свои слова делом, но отмечает, что готов полностью посвятить себя работе и обеспечению безопасности в городе-курорте.